Як батькам залучити дитину до театру? Театр зародився ще в глибині віків та особлює тягу людини до самовираження. Ця таємнича сфера є актуальною навіть зараз, коли є стільки альтернатив. Как человеку, да, нужна рука и нога, да, так и в искусстве. Это отдельный вид театрального искусства, который просто в каждое разное время, в разную эпоху по-своему имеет развитие свое. И современный театр, он есть, он нет никаких предпосылок к тому, что он отходит на задний план, он выдерживает конкуренцию и с 3D, и с 8D. Такой же другой вид искусства, который, конечно, должен быть, есть, развивать себя, не стоять на месте, как и все. Любое искусство, как любой человек. Саме батькам належить почесна місія культурного виховання дитячої особистості. Конечно, это большая воспитательно-культурная работа родителей. Даже не детского садика, не школы, а мамы и папы. Если мама и папа видят за цель с любого возраста, даже с раннего, начинать культурное воспитание ребенка, то если мама считает это за важное, приучать ребенка к театральному искусству, то, конечно, это ответственность родителей, и цель эта должна быть больше у родителей. Чим саме важливий театр зараз в наш інформаційний вік? Спектакль отложил он то, что мама и папа говорят каждый день просто монотонными правилами. Ребенок увидел в сказке, не послушал старшего, попал в беду. И надеемся, что после спектакля мама также подтвердит эту мораль. То есть вот такая целая педагогическая работа спектакля на ребенка. И, конечно, откладывается в роли петушка, кот и колесички. Это у ребенка ярче, чем просто правила, которые говорит мама-папа. Коли ж саме дитину бажано приводити до театру? Хоча б з 3 років потрібно пробувати привчати дитину до театральному мистецтву. Поставтеся уважно до ідеї походу у театр із дитиною. Не поспішайте та не тисніть на малюка. Для начала нужно, когда вы гуляете с ребенком, если вы вот настроены приобщить ребенка к театру, нужно пройти мимо здания театра, предложить ребенку: смотри, вот детки, они ходят в театр, там вот сказка «Колобок», да, мы знаем с тобой сказочку, она играют ее куклы или актеры, мы можем пойти посмотреть, предложить ребенку, сделать выбор. То есть мы даем понять в этом случае, что ценность выбора ребенка для нас главная. Но так как мы взрослые, мы можем сделать так, что ребенок согласится пойти в театр, то мы предлагаем: давай зайдем посмотрим, давай вместе купим билеты, давай пригласим твоих друзей, ну, и так далее. Перший етап зацікавлення зроблено, а до якого театру піти та як зробити це максимально комфортно? Начинать нужно с кукольного театра. Заранее нужно посмотреть, какая программа там, репертуар кукольного театра, и познакомить ребенка с сказками. То есть ребенок должен знать, по какой сказке ставится спектакль, и он пойдет на спектакль. Первый раз ребенку рекомендуется брать билеты вместе с ребенком, сидеть вместе с ребенком, потому что, чтобы ему не было страшно, чтобы он не испугался какого-то большого количества людей, хотя и детки там будут, но все равно он может испугаться первый раз. Нужно заранее привести ребенка в театр, чтобы он познакомился в фойе, освоился, посмотрел декорации, куклы. Не рекомендуется, вы знаете, одевать, вот как бывает, одевают кружевные платья большие там или тройку костюм. Лучше одеть ребенка элегантно, ну, чтобы ему было комфортно. Такие клопоты не марні, адже визит до театру позитивно впливає на всю родину. Самое главное происходит единение семьи. То есть ребенок учится общаться с мамой и с папой, выходя в люди. Не только дома, не только в садике, но и поведение в обществе. То есть он чувствует, что они семья. Театр все-таки развивает эмоциональную сторону личности ребенка. То есть он сопереживает героям. Герои у него вызывают какие-то чувства. Будь то злость, агрессия, слезы, радость. Он эти все эмоции переживает вместе с героями. Театр – це сукупність різних видів мистецтв – літератури, музики, танцю, вокалу. Яскраві кольори декорацій, плавні рухи акторів, а також живе спілкування – все це приваблює нас.
Отже, завітайте всією сім'єю до живої феєрії під назвою «Театр».